Вашингтон не допустит пакетных договоренностей в решении ситуации на Донбассе. В этом президента Украины заверил госсекретарь США. Как сообщается на сайте главы государства, политики консультировались по телефону накануне визита Рекса Тиллерсона в Москву. Госсекретарь подчеркнул, Америка поддерживает территориальную целостность Украины и настаивает на выполнении минских договоренностей. Стороны продолжат двухсторонние консультации уже после завершения визита госсекретаря США в Россию.